Добрый день, с вами программа «Дом в деталях» и я ее ведущая Леся Кантонина. В наших передачах мы будем делать несложные, но красивые изделия с использованием природного материала для украшения вашего дома. Я очень люблю пряные травы и в сезон высаживаю их как на огороде, так и на клумбе. Использую их в кулинарии для приготовления различных блюд и напитков. Летом в сезон их прекрасно можно культивировать и собирать на улице. Но также я люблю садить их в контейнеры. Этот метод хорош тем, что, принеся их на кухню, вы можете сразу использовать свежие травы в приготовлении блюд. А также они станут прекрасным украшением вашего интерьера кухни. Ароматные травы в горшках на подоконнике порадуют вас буквально до следующего сезона. А сегодня я покажу, как можно простым способом сделать оригинальное кашпо для ваших ароматных трав. У меня есть вот такие вот прекрасные растения в горшках, которые я подсадила в начале сезона. И вот уже в начале лета они выпустили прекрасные кусты. Так как я их садила в обычные горшки для того, чтобы прорастить семена, то сейчас, когда растение уже сформировалось и приобрело такой достаточно взрослый вид, мне захотелось как-то украсить эти горшки и разместить их у себя на кухне для того, чтобы использовать травы в своих блюдах. И сейчас я покажу вам, как сделать достаточно быстро оформление кашпо для, например, декоративных трав либо других вазонов у вас дома. Для оформления горшка я буду использовать самые простые пластиковые кашпо, которые остались у меня от высадки растений в грунт. Вы можете взять какие-то более плотные горшки, можете преобразить ваше кашпо, которое у вас уже есть. В общем-то, те способы, которые мы будем использовать, они применимы для различного типа горшков. Итак, первый горшок мы будем декорировать с помощью обыкновенной бечевки. Это бечевка диаметром 6 мм. Можно взять даже немного потолще, либо потоньше, ну, плюс-минус несколько миллиметров. Техника очень простая. Мы будем обматывать бечевкой горшок и затем его еще дополнительно декорировать. Так, берем кончик бечевки. С помощью клеевого пистолета фиксируем его на дне горшка. И дальше будем двигаться по окружности. Наносим клей и прижимаем бечевку к основанию горшка. Ну вот, мы закончили оборачивать бечевкой весь горшок. Вот такой вот у нас получился. Помимо декоративности, мы также добавили ему прочности, так как бечевка и клей создали такой хороший каркас, и теперь он стал плотный. И мы добавим ему еще немного красоты с помощью вот таких вот декоративных камушков. Это речные камушки, которые продаются в магазинах для декора. Я их использую для клумб, для подсыпки каких-то своих дорожек. Также есть у меня ракушки, которые также остались с лета, с прошлого отпуска. И, как правило, мы складываем их по коробкам и думаем, что когда-нибудь мы что-то с ними сделаем. И они так пылятся несколько лет. Со мной также иногда так происходит, но вот как раз сейчас это тот случай, когда стоит достать коробки и использовать их для декора. Я размещу камушки на самом горшке, выберу несколько размеров. Более большой отправлю вниз, меньше и еще один. Прикреплю с помощью клеевого пистолета. Ну вот, мы приклеили еще несколько ракушек. И сейчас сделаем еще одно небольшое декоративное украшение с помощью бечевки в верхней части горшка. Есть у меня также вот такие красивые сердечки, которые остались у меня от каких-то поделок с детьми. И я их использую
в качестве таких вот окончаний, подвесок для этого горшка. Продеваю в отверстие, вытягиваю чуть длиннее бечевку, чтобы нам хватило пройтись по окружности горшка. Завязываю, чтобы наше сердечко хорошо держалось. Отрезаем бечевку и сейчас будем размещать на самом кашпо. И из вот этих вот кусочков, которые у нас остались, формируем бантик. Лишние хвостики отрезаем. Первый горшок у нас готов. Приступаем к оформлению следующих. Следующий горшок мы будем оформлять по похожей технике. Я уже подготовила основание, то есть прошлась несколькими витками в нижней части горшка по такой же технологии, как мы работали до этого. То есть толстой бечевкой на клеевой пистолет мы сделали вот такое основание. Но дальше мы будем использовать другие материалы. Но за счет того, что мы также здесь делали бечевку, горшки будут хорошо сочетаться друг с другом. А следующий материал я буду использовать – это трикотажную тесемку. У меня есть вот такая вот коричневая и есть светло-бежевая. Я подобрала их в таких нейтральных цветах, чтобы все наши горшки были в таком натуральном стиле и дополняли друг друга и хорошо сочетались. Вот здесь у нас есть окончание бечевки, которое мы кончик последний отрезали и закрепили. В этом же месте я закрепляю начало трикотажной нити. И дальше мы уже не будем использовать клеевой пистолет, так как она достаточно эластична, хорошо натягивается, и мы ее просто будем наматывать и закрепим буквально в нескольких местах. Перекрываем немного первый уровень бечевки, чтобы скрыть место нашего крепления. Иногда можете дополнительно капельку клея использовать, для удобства работы, чтобы она не раскручивалась и вы были уверены, что все-таки фиксация у вас есть. До самого верха мы обмотали трикотажной нитью. И сейчас будем использовать другие декоративные элементы. Я сделала вот такую вот косичку, просто заплела три нити. Взяла две нити коричневого цвета и одну нить светло-бежевую. И получилась обычная трикотажная коса. Я ее сейчас размещу вот в верхней части горшка. Сделаем такое окаймление. В этом месте мы пришли к началу нашей косички, и я оставлю, пожалуй, вот этот хвостик. Единственное, что оформлю его с помощью такого импровизированного бантика или петельки. Такой декоративный элемент готов, и чтобы связать его по стилю с нашим первым горшком, я сделаю также в верхней части точно такой же элемент с помощью бечевки и вот такого вот сердечка. У нас с этой стороны уже есть такая декоративная петелька, то бантик я завязала с обратной стороны. И если горшок будет где-то на подоконнике, либо повернут в другую сторону, то все части будут декоративны. Осталось поставить надпись. Для этого я возьму вот такой вот камушек. Он у меня здесь оформлен с помощью
полимерной глины. Это были какие-то пробы детей, сделать изделие от полимерной глины. И вот сейчас он мне пригодится для декора. Этот горшок я, пожалуй, возьму для чабреца, так как он получился такой нежный, с ракушкой, с подвеской. И у чабреца очень такие нежные цветы. Поэтому напишем название. Следующее оформление у нас будет уж очень просто. Это для того, если вам нужно очень быстро что-либо задекорировать, либо, возможно, вам нужно подарить такой вазон. Очень часто горшки с лекарственными травами дарят вместо цветов. Это хорошая традиция, я ее также поддерживаю. Например, придя к подруге в гости, либо к каким-то своим родственникам, почему бы не подарить вместо цветов вот такой цветущий горшок с розмарином или ароматную пряную лаванду. Поэтому, если вам нужно быстро оформить горшок, я сейчас покажу еще один способ. Для этого способа подойдет обычный бумажный пакет, в котором продается хлеб и другие изделия в магазине. Я думаю, что у вас он точно должен найтись дома. Берем бумажный пакет, ставим в середину горшок, заворачиваем края внутрь. Распрямляем вот эти хвостики, которые у нас есть от мешочка, и их подклеиваем. И в верхней части разместить какой-то декор. Так как мы уже использовали бечевку и вот такую вот цветную трикотажную ленту, я ее использую и для декора этого горшка, для того, чтобы связать все мои горшки воедино. Беру трикотажную ленту двух цветов и обматываю ей горшок. Можно заплести также вот косичку, которую мы плели в предыдущем горшке. Я думаю, что так будет также красиво. И теперь нам также нужно разместить название. По аналогии с предыдущими горшками я использую камушек, где напишу название растения. Ну вот, еще один горшок у нас готов. По такому же принципу я сделаю еще один. Так, я сделала точно такое же оформление, бумажный пакет, но здесь я использовала бечевку, как в предыдущих горшках. И еще добавлю декоративный элемент, наши сердечки и ракушки. Точно так же, как мы делали это во втором горшке. Готов. Осталось определить, для какого растения будет этот горшок. Итак, у нас есть базилик, тимьян, мята и остался розмарин. Ну вот, горшки готовы. Осталось только разместить в них наши пряные травы. Так, первое у нас пойдет мята. Дальше у нас розмарин, тимьян, невероятно пахнет, и базилик. Вот так.
такая вот композиция из горшочков с пряными травами у нас сегодня получилась. Я думаю, что вы можете разместить ее у себя на кухне, на подоконнике, поставить где-нибудь в уголке вашего сада или подарить кому-нибудь. Я думаю, что это также отличный подарок. Ну что же, наслаждайтесь запахами, вкусами и красками лета. А с вами была я, Олеся Контанина, и программа «Дом в деталях». До новых встреч!